Сегодня у нас домашний видеоурок. В Челябинске начался снег, в общем, подвернул ногу, причем больную ногу, кто не знает, у меня левая нога вообще хлам, просто больная, я еще не подвернул ее, еле-еле до машины дохожу, поэтому особо не тренируюсь, если тренируюсь, то стою, так скажем, да, вот так дома, возле зеркала. Итак, сегодня речь пойдет о модной китайской движухе, очень много видеоуроков по ней есть, но на русском языке еще не было ни одного вроде как видеоурока, насколько мне не знает, там в машине все смотрю. Китайская фишка очень модная. Вот такой вот прокрутончик. И так далее. Когда смотришь... давай небольшое отступление. Когда смотришь китайские видеоуроки, ты обычно видишь, там стоит китаец в стойке вот такой, а-ля ушу. Показывает свой какой-то мега-элемент, что-то там. Все, повторяйте. Почему мне не очень импонирует китайский стиль? Потому что по своей сути все вот эти китайские провороты на руках, то есть из одной другой в другую, как-то вот так вот сюда, как-то все вот эти вот вещи какие-то, вот такие, что-то там, вот это вот все. По своей сути, если нет пластики тела, если нет ушу, как бы смотрится это убого. И как у меня, например, да? И на самом деле разучивать все очень просто. Например, перед другой вертушкой я покажу, почему мне не очень нравится китайский. Мне китайский не нравится, но когда он разбавлен все равно какими-то фишками, подбросами, там, перехватами там, разнообразными. А не когда чеки вот так к рукам прилипают, как сказал Леха Бобрышев, да? И все, поехали их разворачивать, да? А обыватели смотрят на такой фристайл, такие, о, нихера, как он владеет. На самом деле, любую китайскую фишку можно изучить буквально за там, полчаса, 40 минут. Итак, моднющий вот этот вот проворот, которым сейчас завален весь Инстаграм. Суть начинается с того, что мы из какой-либо движухи, то есть из обратной вертухи, допустим, вот отсюда, да, либо просто с какой-то восьмерки, должны поймать свободную рукоятку в обратный хват. То есть вращаем, в обратный хват поймали. Дальше что мы делаем? Мы выводим нижнюю рукоятку из-под руки, вот так вот подмышку. Подмышку выводим ее сюда, проводим ее здесь. Да? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Дальше, как только мы вывели из-под плеча мы, так скажем, выворачиваем суставы, вывели из-под плеча, выворачиваем нунчаки вот таким вот образом, то есть как будто выкручиваем их вот так, будто белье выжимаем, выкручиваем. И опять же, нижнюю руку заводим под мышку, проводим под мышкой, и отсюда у нас уже рукоятка выходит. Вот в такое вот вращение, продолжает в таком же вращении работать. То есть, еще раз зарезюмируем. Раз, поймали в обратный хват. Желательно при этом еще нунчаки натягивать, чтобы веревочка была ровненькая, да? Поймали, вот здесь так, поймали подмышку, перед собой вывели, выкрутили белье, да? Повернули нунчаки и опять подмышку. И вывод перед собой. Я этот элемент освоил даже без видеоурока. То есть я взял видео Кена Хилла, сел перед зеркалом. То есть сел так по паузам, просто по каждый моментик его разобрал. Но все про все у меня ушло минут 30-40. И на следующей тренировке я уже свободно его делал. То есть как можно его закомбинить? Закомбинить можно как угодно. С той самой обратной вертухи. Да, мы с обратной вертухи пришли. Раз, два, три. Что-то типа того, да? Либо, допустим, после разворота, разворот, точка, поймали, провернули, выкрутили и так далее. Я в конце под музончик сейчас ставлю видео от первого лица, как это все вот так вот передо мной выглядит. Вот такие вот они китайские фишки. Что Данил тогда показывал вот эту фишку, которую я впоследствии вставил в свой чемпионатский видос? Вот это вот дело, да? То есть все это осваивается буквально вот минут 30-40. То есть можно по сути за неделю каждый день подрабатывать по одной фишке, взять, допустим, и у вас на 30 секунд, на минуту где-то вот такая вот китайская прям
китайском стиле пишут. Может быть, я немного не объективен китайскому стилю, потому что не очень сильно хорошо в нем разбираюсь. Но по своей сути, как бы, это тебе не вертушки. То есть все достаточно просто. И для разнообразия я всем рекомендую заинтересоваться этими фишками, потому что, вот, допустим, вставить какую-то динамичную связочку, вот этот проворот, что-то мы там развернулись. Раз, два, три. Закрутили. И еще раз. И можно тренить дома, так скажем, да? Итак, ребят, сейчас под музончик будет еще видео от первого лица. Сейчас у меня в магазине Нунчаку проходят новогодние скидки, поэтому спешите заказать подарки себе, своим близким. Очень демократичный ценник, будет очень долго это проводиться. Подписываемся на канал на YouTube, ставим колокольчик, вступаем в группу ВКонтакте. Всем удачных тренировок, всем пока.